Начинаем наше видео с отеля Карат. Вот наш номер. Это стандарт. Стоит он 3400. Вот такой вид у нас с окна. Город Краснодар, кто не знает. Улица сделана, парковочка. Раньше была, конечно, ужасная, сейчас довольно-таки неплохой. И более-менее. Так, ну начнем наше видео с того, что Карат очень сильно изменился и не в лучшую сторону. Вот ванна душевая вместе с туалетом. Напомню, номер стандарт. Ну и вот пошли наши минусы. Вот такие полотенца. Гостиница 4 звезды. Вот такие они уже стали потрёпанные. Вот так вот выглядит в душе леечка, смеситель. Вот такая вот ржавая полочка уже стала. Были мы здесь 15-16 год, такого, конечно, здесь не было. Вот такая раковина, вроде бы их ничего, но вот здесь вот трещина. Вот тут не хватает, видите, след от клея, и не хватает вот такой вот крышечки как бы. Вот. И вот, видать, раковина из-за того, что намокает, вот здесь она начала уже так вот шоркаться. Так, ну это вот унитаз. Конечно, вот это тоже все как-то выглядит не очень презентабельно. Здесь кто-то боролся с урной. Так, в принципе, все чистенько. Есть у нас вот тапочки. Есть губочка, все есть. Еще момент. Номер на двоих, а халат один. Есть сейф. Все это есть. Вот. Вот видно, что повидал много ручек. Уже здесь этот включатель-выключатель. И остался вот, остались вот такие вот пятнышки. Все такое вот уже заеложенное. Еще раньше здесь вот висели на вот этих вот бра такие красивые, как они, как вот их называют, даже не знаю, вот такие вот бубончики или что они. И вот видно, что на люстре тоже их нет. Видать, кто-то забирает на память, разбирает на сувениры. Так, к окну мы уже подходили, и вот я забыла, здесь есть тюль, и вот так вот кто-то здесь курил, хотя в отеле курить нельзя, строго запрещено. Вот, много людей тут смотрело уже этот вид, и подоконник тоже стал не очень. Если видно на видео, передает. Тоже такой он пошорканный. Здесь как-то вообще очень печально, какое-то оно вот черное, видать, постоянно протирает подоконник, и оно как-то такое вот черное стало. Хотя стенка такая бело-кремовая, что ли. Есть такая пальмочка. Вот эти вот такие вот эти красивые такие висюлечки, которых вот на бра этих нет. Так, что у нас тут есть? Тут наш папа читает журналы. Вот что предоставляется. Можно все себе заказать. Ну, в принципе, как в стандартных гостиницах. Но это 4 звезды. Вот такой вот кратенький обзор. А, еще, я совсем забыла. Подушки раньше, это были очень уютные, такие прям вот пышные подушки. Сейчас это вот какая-то подушка, не подушка. Она, видите, она такая плоская. Как-то вот ее... Да, вот как подсказывает у меня Павел. Она очень уставшая. Вот видите, вот сегодня я вот спала вот так вот ее складывала, чтобы это более-менее было на нее похоже.
потому что это вот она какая-то вся скомканная. Постельное белье беленькое, все чистенько, но видно, что оно уже не такое, как ранее, потому что раньше оно прямо такое хрустящее было, такое прям застиранное, прям хорошо, а сейчас оно уже, ну, все как бы очень древнее. Ну, вот такой вот обзор. Здесь вот есть как бы пол, в принципе, чистый, но вот такие вот всякие пятнышки, как бы, видать, кто-то здесь гульбинил. То есть проводил хорошо время, ну, как бы, тоже так себе, не очень все это приятно. Ну, вот такой вот обзор у нас видео. Всем спасибо, до свидания.